Продолжим выпуск шокирующей новостью. В Астане из-за сильного ветра возле одного из торговых центров оторвало от земли батут с детьми. Гигантский аттракцион перевернулся, когда на нем были малыши. Сообщается о 5 пострадавших. Фотографии с места ЧП появляются в мессенджерах, социальных сетях. Огромный батут унесло не меньше, чем на 20 метров. Очевидцы рассказывают, что в то время, когда на аттракционе играли дети, его внезапно подкинуло в воздух сильным порывом ветра. Крепление вырвало, и дети улетели вместе с ним. На место приехали несколько карет скорой помощи, полицейские, спасатели. Известно, что 5 малышей увезли в больницу. У всех множественные травмы, сотрясение мозга, растяжение связок и ушибы. Увидели мою сестренку, она головой ударилась. Все произошло при мне. Дети падали с большой высоты, кто-то закатывался под машину от удара. У многих была разбита голова, были переломы. Было очень страшно. В комитете по ЧС уже прокомментировали этот инцидент. Здесь сослались на непогоду и сильный штормовой ветер, о котором предупреждали. Спасатели заявили, что нельзя упускать из виду ответственность родителей, которые отправили детей на батут в штормовой ветер. Однако, извините, может быть, стоит запретить ненадежные аттракционы в городе, в котором постоянно дуют ветра? Астана – город не для батутов, по крайней мере, уличных. И таких городов в Казахстане много. Неужели нельзя вам, господа спасатели, разработать стандарты установки опасных аттракционов и тщательно проверять? Ведь от вашей недальновидности страдают дети. Но, видимо, гораздо легче переложить ответственность на родителей.